Судя по всему, это мой последний репортаж. Я запорол съемку. Кто же победил? Всем доброй ночи, меня зовут Саша Клен, а ты смотришь Hello TV. Сегодня мы выбираем самую красивую, самую сочную девушку Miss Mix Автопати. И сегодня мы узнаем, кто стал первой, номер один, самая красивая, самая сочная. Сегодня, прямо сейчас. Да блин, роскошная она. Кто же победил? Я очень счастлива. Спасибо хочу сказать всему руководству Микса. Всегда была постоянной гостьей и останусь. Она пиноугорка. Смотрите, какая красота. Я очень довольна тем, что я победила. Я к этому действительно шла, я этого действительно хотела. Сегодня мы выбираем самую красивую девушку. Вот смотри, у меня тут есть такой списочек, да, вот фотографии. Вот скажи, если бы, допустим, ты был олигархом, кого бы ты бы из них выбрал и сколько бы ты заплатил ей за первое место? Проголосовал бы за эту. На обороте тоже есть девчонки. На обороте я не видел, так. Сейчас посмотрим. Ну вот это вроде. Скажи, сколько бы ты заплатил ей, чтобы она стала первое место сегодня заняла? Ну я не знаю даже, ну 100 тысяч пускай будет. Если честно, я забыл текст, когда смотрел на них, то были хороши все по-своему. Ну кто же победил? Я победила, это просто кайф. Я очень хотела и быть участвовать. На сегодня опоздала на репетицию, точнее она вообще на нее сегодня не пришла. И вот перед вами победительница шоу-конкурса Miss Mix номер 4, и это февраль. Ребят, я думаю, что все звезды сошлись только на этом небосклоне, и я действительно победила. Светлана, Александра, Алина или Ольга. Ну, она такая, кошечка. Где надо полениться, где надо порезвиться. Всем привет, меня зовут Алина Барсик, и как вы понимаете, я победила в конкурсе Miss Mix. Во время репетиции видела, как она не обращала внимания на то, что говорю я, а очень активно общалась. Я в прошлом модель, я снялась в фильме с Данилой Козловским, в конце концов. А еще меня второй год уже приглашают на Мисс Россию. Поэтому я считаю, что я была действительно достойной победительницей. Она не пунктуальная, опоздала везде, где можно. Я очень-очень безумно рада, вообще просто слов нет. Я благодарна всем, кто за меня голосовал. Эта девушка напоминает мне спелый персик. Но, скажу вам по секрету, она мне призналась, что она матершинница. Мы победили, и мы этого заслуживаем. Мне надо собраться! Кто же победил? Маша? Я победила, и я так долго ждала эту победу. Сегодня собрались здесь самые лучшие друзья. И, может быть, мы встретимся еще раз, да, на какой-нибудь Мисс Вселенной. Села батарейка. Нет, то, что я запорол репортаж, я это уже понимаю.